Что ж ты матери не пишешь, Дерябин? Старух все глаза выплакала, тебя ожидающих. Не меня, а алименты. Да денег матери пожалел и все тут. Не жалел я ничего. А когда к ней собрался, деньги за ночь просадил все до рубля. Чем ехать к старухе? Ну вот. Заработаю здесь по новой и махну. А алименты? Сестра натравила. А деньги где прогулял? Я ж говорил, в аэропорту. С кем в аэропорту гулял? Угу. Разве упомнишь? А маленький такой мужичок с вами не пил? Ну, я же говорю, там такой гудеж стоял, когда бухие все братья. Это потом друг друга на вилы готовы поднять. Ты, Дерябин, отвечай давай, когда тебя спрашивают. Так ведь это моя добрая воля, отвечать вам или нет. Я законов не нарушал. Ты маленький, не помнишь? Был маленький. Какой? И маленький был тоже. Почему запомнился? Из блатных? Подельник? Да нет, и не блатной, и не подельник. Так, отсидел свое. Шофер, получил срок. Вроде сшиб кого-то. Фамилию не помните? Имени даже не запомнил. Откуда же фамилия-то? А примет никаких особых не было? Ну почему же? Была примета. Наколка была. На руке. Угу. На правой. На левой. Якорь? Нет, буквы. Да не упомнил я. Я же говорю, пьян был до остекленения. Ну и о чем говорили? Может, он имя какое-нибудь называл? Ну да. Прилетел, может быть. Куда, к кому? Или, может, улетал? Имя он называл. Он Дину какую-то все называл. Говорил, не женщина, а бульдозер. Для тела подходит, а душ не трогает. Маленькие все здоровенных любят. Надежности тянутся. Кто Спиридон? Гостей принимает. Это мне маленькую надо подавать.